Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. Сегодня с вами снова я, Демастер, так что снова еще Пони. Йо, ребятки, всем привет! Пингвин! Салют! Да, мы вместе с ребятами продолжаем выживать в такой сборочке, как 7 Days to Mine, очень экстремальная экшенистая сборка. Здесь, значит, мы вместе с вами, ребятки, пытаемся выжить, пытаемся, ну, все как обычно. Спастись. Короче. Спастись после жесткого зомби-апокалипсиса. Я особо выключу спак Микима. Так, все, я поднимаюсь наверх. Кожу кто там принесет нам? Кто говорил, что кожа есть? А, надо сейчас взять. О, у меня молот валяется где-то на улице. В прошлой серии я умер и оставил его. Так что у меня... А, нет, у меня есть оружие, я вру. Могу побежать, убить корову. Ну, сейчас ночь, хотя, знаешь, типа, опасная. Надо ночь, идти туда. Убивать, нужно убить корову. А где у нас это подъем наверх? Я забыл на крышу. На крышу? Да ты, мы там поднимались с полианом. Слава богу, дождь закончился. Ура, а погнали, слышишь, погнали пингвин, пока зомби убьем снизу. Погнали, пингвин, давай вниз спустимся с пингвин. Подожди, дай я посплю чуть-чуть. Так здесь поспи, так мы можем поспать здесь, вот тут. В комнате нашей поспили, все. Чуть не мешает на кровати поспать в комнате. А там же мобы мешают, не? Ладно, сейчас спущусь, попробуем, проверим. Ладно, да просто, не знаю, мобы вроде не должны мешать. Давай спускайся, пытайся. Понял, ты где? Нет. Я наверху, я сейчас ставлю воду в холодильник. Нам монстры мешают, мне точно уж. Так, жестко. Иди наверху, вот здесь на кухне есть спальник, братан, иди сюда. Все, я лег на самой крыше, где мы договорились, то, что мы будем там резко. Сейчас надо немного еды взять, а то вообще еды, по-моему, нет здесь. Так, пони, принеси новые книги. Я беру молот и иду к тебе. Сейчас я найду книги. Там книги есть в полках, книги, всякие листы бумаги, все сюда тащи. Так, вот вижу книги, здесь, короче, поставим книги. Вот такой вот чест с этой стороны. В этот чест будем складывать пустые бутылки, которые будут образовываться вдруг. Чтобы здесь же все набирать, чтобы у нас вся система была. А мы можем здесь. Же, если бутылки, наверное, плавить. Потому что сейчас мы, если сделаем печку сегодня, то мы можем будем бутылки плавить. Может быть, не знаю, братан. Нам бы научиться делать точно. Чай, потому что чай, он очень много стамины восстанавливает. Погнали, Костян. Погнали, разбавим. Зомби убьем. Все, погнали. Ты так, взял дубину? Пока... Ничего себе. Да, у меня есть, погнали. Так, я насобрал тут буквально два стака. Да, пошел сюда, иди. Заходи, закрой. Да. Топливо нам. Так, закину стак книг. А здесь оставлю топливо. Вот он здесь, когда... стоит, нужно дверь сломать, сломай дверь. Выламывай дверь, только отойди подальше. Хорошо. Все, выламывай дверь, я пока здесь листву сломаю, и все, и будем его убивать. А мне... ты колями будешь или как? Не, просто будем бить его дубинами. У тебя дубина есть с собой? Топор? Понял. Да, ну у меня есть топор и молот. Только дай мне обязательно с него опыт собрать, потому что я буду крафтить нам печку, вдруг со второго левела она будет для высокого квалити получится. А у меня тоже сейчас будет, у меня без первый левел, скоро второй будет левел. А ты потому рукой ломаешь дверь? Да. А что, топором быстрее? Ну, мне кажется, да. Ну, ладно, сейчас посмотрим уже на второй двери. Костян, давай так, ты потом возьмешь переплавленную, ну, очищенную воду с кипяченую. Так у него 1000 хп, аккуратно, 1000 хп. Я боюсь подойти к тебе, чтобы ты меня не задел. А пока стой там, я сам выбью, все. Окей. Все в порядке, валю его. Ну это будет, конечно, долго. А может ты пройдешь чуть-чуть вправо? Не, он застрял, забей, там он меня будет бить уже. А, там будет бить? Окей. Да, я его прямо на толчке убиваю. Тупо посадил его на толкан, пацаны. Нормально. Зато, кстати, мы можем толкан сейчас заодно сломать, трубу забрать. Ну так я где-то вообще этого бы и хотел убить. Да, ты понял, что в штанишках каких? Ничего себе. Ты видел у меня вообще это японская юбочка? Я по нему попадаю вообще? Да, блин, ты ударяет. Блин, вы что делаете? Нафига вы меня ударили? Ну блин, ну это было очень нелогично, пони. А, есть этот бинт. У меня есть, но я бью зомби. На. А да, стой, забей, я умер. Так зачем ты, пони, вообще пошел сюда это делать? Ладно, я хотел просто помочь, попытаться. Да не, это было бессмысленно. Ладно, я ломаю туалет. Нормально, там дырка, кстати. Да, там кстати, дырка уже была, офигеть. Чё, пополучил? Выпало? Выпал... Чё это такое? Empty Sur Ring. Я не знаю, куда-то оно всё пропало, там много чего выпало, но... О, а ну-ка, смотри, этот ломается. Ну-ка, можешь его сломать? Сломай. Я попробую. Я ломаю соседнюю дверь. Мне кажется, он не выпадет. Пытайся. Я всё равно попробую. Потому что воронка... Может, молотом надо было? Нет. Дверь выламывай. Сейчас не мешай, пони, не проходи эту дверь, помешаешь сломать пингвина. Так, я пошел за коровами. Так, давай за коровами, мы пока здесь все сделаем. Ты вещи не исчезли, он уже на них забил. Он пойдет сейчас другую корову убивать. Да? Нет. За мной зомби. Зомби, отстань. Костян, можешь заходить, ломать другие эти. Чтобы... Я правый буду ломать. Да, давай.
Да, чтобы не было правый. Собак этих агрессивных, быстрых, знаешь, которые до доски слишком. Да, ну это опасно, поэтому по деревьям скачи, чтобы они здесь чуть-чуть тебя отстали. Так, одни сломал, я еще левый буду. Ломай, да. Красный тоже можешь забрать. То еще тебе помешаю, мало ли. Я пока здесь залутаюсь. А, здесь мы уже залутали, все. А, ну тут все обломалось уже, в принципе, да. Можно коробки забрать, не? Коробки там внутри лут, у нас в этих коробках лут вообще-то лежит. Чего? Так, я бегу в сторону коров, бегу, ну не вижу коров, пока. Все, забирай туда. Все забрать так, из коробок? Да, потом притащим наверх просто. Окей, забираю все. Я вижу барашек, вижу кроликов, но не вижу коров пока. Понял. Так, ну один этаж зачистили, правильно? Но они же все равно могут тут респаться по факту, да? Типа. Не, они все равно будут резаться. У нас здесь есть лампа, алло, Костяна же лампу принес. Может, осветим все? А, давай, погнали, сбегаем за лампами. Сначала наш этаж осветите, потом все вокруг снизу нужно осветить. Вот что там 54 лампы, я думаю, 54 лампы это. Ну, так нам нужны же рычаги, хватит. Понимаешь, рычаги. Сейчас-то рычагов-то у нас нет. Подожди, а если взять палку и обычный камень. А, ну, это попробуй. Будет лопата, точно. Не, будет лопата. Я вспомнил. Нужно искать рычаги, их вот тогда-то самолетом просто рычагов кучу с тобой набрали, пони, помнишь? А, да. Ну, блин, жалко, что... О, ну ладно, обидно. Все, вспоминаешь про этот самолет? Да, вспоминаю про самолет. Нет, так, про шаттл, космический шаттл, точнее, Костян, ты чё, какой самолет? Космический шаттл. А, да, космический шаттл же, точно. Камон, я видел его глазом полсекунды, там, я не знаю. Да, блин, космический шаттл. А вы в нем прям внутри побегали. Ну, да. Погнали, наша следующая задача все-таки забрать это, как его. Что? Кожа наша... Ну так иди, бинги, помогай, я пока дома хозяйничаю. Я ищу коров, братан, я просто бегаю, ищу коров. Знаешь, типа, если мы дома ничего не будем делать, то это тоже будет проблема. Может, постоянно, что это был дома. Может, не один человек, но меняются там. Надо, Костян, добежу, бери опыт, переплавляй этот, кипяти воду. Я переплавляю, дается опыт, да, я в курсе. Все, вот. Теперь, так, главное корову найти. Так, погнал я... Кстати, знаете, что сейчас пока сделаю? Я сейчас скрафчу нам верстак, или найду где-то здесь верстак, и возьму весь металлолом, буду переделывать. Короче, в гайде было написано, что в печке прибавляется определенным образом металлолом. Вы в курсе, да? То есть сначала из всего металлолома нужно получить определенный металлолом. Скраб айрон, вот этот уже готовый, а все железо кидаешь, короче, в слоты, и получается скраб айрон. Сейчас я покажу на своем видео, как это делается, потом вы, может, тоже покажете. Но я пока буду все это объединять, чтобы освобождать ящики от мусора в любом случае. Скраб айрон, скраб лид, все вот это вот. Я тут собираю, знаешь, цветочки, мне кажется, из этих цветов делается и сам чай. Ну, да, собирай. Golden Rod Flower. Собирай. Вот, куча жестяных банок, интересно. Это тоже все скрап металл. Тоже, это вот жестяные банки. Жестяные банки вообще не выкидывайте. Любой металл, который есть, собирайте, чуваки, это все нам нужно. Да, так, надо было. А, Golden Flower, да? О, я нашел корову. Давай, кожу, коровочка, давай, не убегай, корова, ну куда ты, сладкая, иди сюда. Так, а я не понял, а почему не делается? Ну-ка, погодите, если скраб-брас так, сделать. Так, молимся за кожу, молимся на кожу, давай. Понял, ты помнишь корда, где ты упал? Не выпало. Ну, вспомни корда, где крова. Упал. Еще одна крова. Фига, подожди, у тебя место там нормально. Так, палочки и камушки добываю. Смотрим. Странно. Все, молим, 3 удара, 2, 1, молимся, кожа. Еее, кожа выпала, 2 кожи у меня есть. Погнали тащи, домой тащи ее домой. Ну, сейчас я точно ее должен донести, потому что дождя нет, собак вроде бы нет. Я никуда, надеюсь, не провалюсь. Окей. Значит, что-то с металлом классно. Не так, металл не переделывается почему-то, возможно, по-другому его надо переплавлять. Не знаю, но у нас в любом случае есть скраб айрон, но он тоже из него можно делать, в принципе, все. Да, можно выбивать, можно типа искать в сундуках, потому что я нашел свое прошлое место смерти, там ничего нет. А, там ничего нет? Я думал, ты в ущелье просто, я в ущелье. Я в ущелье, ну да, я тоже вот в ущелье. Ну все, уже шмотки-то зареспались, чуваки. Мне осталось 80 метров до дома, 70 метров. И я добегаю. Все, сейчас будет. У нас будет печка, неужели, боже мой, спустя миллиард серий, да. Спустя миллиард серий у нас будет печка. Спустя миллиард серий у нас хоть печка появится. Но это хорошо. Ну, в любом случае, уже прогресс, да, прогресс, движение вперед, так сказать, да. Как бы, ребят, боюсь сказать. О, пони сзади. Если мы. О, крипер, стой. Ко мне. Надо взорвать его, чтобы дерево было еще. Ну, пони. Пони. Кто зачем? Ну, типа дерево. Знаете, я так подумал, а если зомби взорвут, сломают весь наш низ дома, у нас же дом не опадет, правильно?
Ну да. Да, не сломаете его, наверное. Так, ну что? Надо забайтить. Красная луна начнется, если сломать. Понял, давай скидывай. Что, братан, на тебе кожу. Ну все, ребят, так сейчас кожа. Буду крафтить, сейчас буду крафтить. Так, давайте у нас плавильня будет в этой комнате, вот в этой комнате, мне кажется. Здесь очистите все, очистите все, давай, да, очистите все. Том, почти все сломал. Так, все, сейчас будем крафтить, сейчас будет, ребят, история твориться на ваших глазах. Творим историю, так, деревяшка сюда, кожа, вот так, хоп, и палка. Да, белоус получилось, тихо, погоди, пингвин, мех мы сделали. Так, часть сделали, теперь делаем вот такой вот писюнчик маленький, хорошо сделали, теперь, значит, сюда вот эту штучку, и трубу, И какой камень как сделался, да? Камень, этот смал рок. А, у меня смал стол, нам нужен смал рок. Чего? Как его сделать? Может, 4 камня в вот, один? Вот, смал стоун. Не, нужен смал рок написано. А в крафтинге написано 6 смал рок и одна смал этот... Печку попробуйте камни зафигачить. Лоус. Печку. А может быть костер маленький, ой, большие булыжники же еще есть, может их надо ну сломать? Да, попробуйте их поломать, чуваки, топорами, ну, я не пойду. Знаю, чем-то угодно. Я сейчас пойду. Типа рок, возможно, это как раз таки скалы, потому что, ну, я без понятия, чуваки. Обычную нельзя, ребят, обычную нельзя. Что ты хочешь, камень? Да, обычный камень в печку я засунул, не помогает. Какой камень? Не, мне кажется, здоровые булыжники, которые валяются. Не вот эти маленькие, а побольше. А их чем их сломать, молотом? Ну, да, вот я вижу уже один булыжник, сейчас попробую его сломать. Я вот взял молот, сейчас попробую молотом сломать. Ой, он что-то попробуй. Не добывается. Попробуй долго ломать. Добывается. Долго ломай. Если вывалится смал рок, тогда все нормально. Да, все нормально. Ну видишь, потихоньку изучаем гайд. Ой, гайд, говорю, мод. Если я ломаю будут обычные камни, тогда нам придется, знаете, что сделать? Погодите, где у нас вообще книжка крафта? У нас есть книжка крафта этой фигни? А, ты же видел, Костян, там в гайде было то, что какую-то на стамеску похоже вот эта фигнюшка. А что она делает вообще? Погоди, а где вообще у нас гайд по крафту? Пони, у тебя тоже камни? А, чуваки, знаете, что я подумал? Может, мы не нашли эту книжку с крафтом, с гайдом? И поэтому мы не можем ее скрафтить. Я что не выполз со здоровой, то айрон фрагменты выпали. Айрон фрагменты? Да, чуваки, слышите, возможно, мы не нашли книжку эту с гайдом, поэтому не можем крафтить, вы поняли? Не, мы нашли книжку с гайдом. Нет, у нас ее нет. Есть, она в сундуке где-то лежит. В сундуке есть печка. Это мы, у нас есть другой рецепт-бук, чуваки, там не печка. Нет, именно эта печка. Ну дайте мне этот рецепт, покажите мне, где он у нас лежит. Так ты один дома. Мы сейчас за камушком. Так я все уже в сундуке обутал, я не вижу этого рецепта, здесь вообще ни краем глаза не вижу. Там ну, посмотри, такая черно-серая полках. Книжка. Да, в книжных полках, посмотри, в сундуках. В книжных полках посмотри. Есть только белая книжка, она survival guide обычный. Мне кажется, мне small stone падает с этих камней. И мне. Small stone, ну значит все правильно мы делаем, нужно книжку с гайдом, пацаны. Я не знаю, где сейчас я приду домой. Нужно искать книжку с гайдом, чуваки. Ну приди домой и найди ту книгу, давай, раз ты такой хитрый. Потому что я все уже обыскал книжку с гайдом, я не могу найти ее, здесь точно нет. Походу, мы в другом выживании, возможно, ее нахлили, пацаны, слышите вдруг. Не-не-не, да я показывал пони, он да, не смотрел. Да, я показывал, я ее смотрел. А вот КДЦ-двух есть в этом, в другом ящике, если посмотрю, это он. Да, это он. Ну да, я все, Small Stone написано. Я правильно все выкладываю, она просто не крафтится, чуваки. Short Iron Pie. Она просто реально не крафтится, чуваки, отвечаю. Ну да, я попробую. Подожди, а может ее нужно скрафтить не в обычном верстаке? В каком? А там есть верстак 5x5, между прочим. Какой верстак? Ну скрафти верстак 5x5. Знать бы еще, как крафтить их. Как крафтить? Ну класс, Пингин тоже придумал. Не знаю, как крафтить. Кстати, когда ты ломаешь камень, он переливается всеми рудами, там, редстоун. Ну, она реально не крафтится, чуваки, она реально не крафтится. Обсидиан. О боже мой, почему все так сложно, а? В крайнем случае мы можем удалить леса на эту печку и просто через креатива, я другого варианта просто не вижу. Ну, можете прийти сами попробовать это сделать, я реально даже по рецепту буку смотрю. Арен фрагмент, смолстоун. You need forge, mark, oxygen, the forge, так, the first, the you need to want to start. Угу. Так, я добываю книжки пока тогда. Все, сейчас домой уже почти прибежал, я у нижнего входа. Добываю последний камушек. No to melt metals. Зачем я бегал, ходил, по одному камню собирал, если можно было просто взять и огромный камень молотом просто расфигачить его? Ну может у тебя молота не было, просто потом лаги. Да молоты дома и валялись. Нечестно, я до сих пор бегал. Уже ночь.
Ну, у нас есть айрон фрагмент, у меня 6. Что, уже ночь? Да, уже темнеет. Я домой. Давай. Я уже поднимаюсь. Костян, жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Да я дожду. Все, давай мне кусочки все или на аппетитные кусочки, Феликс. На, вот, пытайся ее скрафтить. На, вот тебе гайд, если ты мне не веришь. Может, по гайду посмотреть, вот этот верстак стоит, все, вот если крафтить ее, у тебя не получится, чувак, я тебе отвечаю. Stone Iron Pie здесь below. А так. Странная фигня. Пам. Очень странно на самом деле, непонятно. Пингвин что-то залип. Да, реально не крафтится. А если мы попробуем из железных кусочков поставить? Не, тоже нет. Чё за... А где гайд? Подожди, стоп, там же с трубой нужно... что-то сделать. Не, ну это первый вариант, то что трубу можно получить в лезвие. Так давайте я еще раз гайд, может, открою, посмотрю, что... Я читаю прямо сейчас, типа... Тут ничего не написано по этому поводу. Тут просто написано, что надо скрафтить. Чтобы открыть форж, сначала должны анлокнуть рецепт. Ну мы анлокнули. Здесь Small Rock написано. В гайде. Ну, Small Rock, типа, ну Small Stone, какая разница, Small Stone. Ну, да, Small Rock. Ну дай пони, дай скипни, все скинь пони и гайд вместе. На пони. Пусть сам попробуй скрафтить, если он умеет. Не, я ничего не говорю, господи. А может ты пони нашел эту книжку? Ну попробуй. Может ты нашел книжку, то ты должен типа крафтить, я не знаю. Может у него разблокировался рецепт? А остальным уже не дано? Так, а ты меха же скрафтил, да? Да, здесь я вижу. Все там есть на месте. Оп, я оделся. Нормально. Не. Ну-ка скинь мне еще раз, я понял. Скинь. Так, на. Что-то прям сложно, ребята, это нужно несколько выше. Книжку, дай еще книжки почитай, что написано. Понял, так, книжку. Ты знаешь, что из 9 Small Stone. Отдай пони книжку нормально. Так зачем ты ее перед собой кидаешь, обратно тебе уйдет? Да пони. А где она? Она у тебя. Она у тебя. Ух ты, реально из 9 Cobblestone можно. Офигеть. Она у тебя, братан. У меня нет книжки. У меня тоже нет книжки. У тебя в руках она. Она у тебя в руках, пони. Скинь, пожалуйста, книгу. А, лол, она у меня исчезла, лол. Ну типа... Пони, дай мне айрон фрагменты. Сколько у тебя их? Дай все. 6 штук. 6 штук, у меня 6. Ну-ка посмотрим, могу ли я их еще... Да, все забрал. О, нормально, пока. Короче, это, конечно, будет нечестно немного, но мне кажется, нужно все-таки из креатива ее брать, чуваки. Ну тут другого варианта просто нет. Ну, потому что так, мы весь рецепт собрали, но тут типа, вот, смотрите, я показываю, вот у нас шорт... Сейчас вот, шорт Iron Pie есть, Bellows есть, Small Stone у нас есть, Forge просто не крафтится, чуваки. Так, короче, я предлагаю все-таки это, сделать так, пойти выкинуть это рельсу куда-нибудь. А, есть у нас бумага, вижу. Короче, чуваки, я считаю, что это правильное решение, лопата. Поэтому я сделаю так. Ну, это, ну, типа, по-другому вообще никак, раз, два, три, четыре, пять. 6, я удаляю просто все эти ресурсы и беру просто печку. Посчитайте, что мы ее скрафтили, потому что что-то какая-то проблема с модом. Сейчас найду эту печку и достану ее просто из креатива. Ну, я просто не знаю, как еще сделать, чуваки, ну, реально, без понятия. Не, ну тут да. Типа, просто бегать и что-то думать, ну, тоже не вариант. Нам нужна уже эта печь. Уже сколько серий мы ее пытаемся сделать и пытаемся. Не, ну это странно на самом деле, реально очень странно. Так, надо закинуть еще воду, пингвин закинуть. Я думаю, что я даже в креативе не могу найти, чуваки, вот в чем проблема. Она у нас вообще в моде есть. А ты даже. Она вообще у нас в моде есть. Ну я сейчас напишу ее. Forge. А вот, нашел, когда я поискал ее, все, нашел Forge. Все, погнали, поставим ее, да, вместе, как будто мы ее скрафтили. Ну, мы ее скрафтили, чуваки, но это реально честно будет. Все, давайте вот тут ее поставим, смотрите, вот тут в доме ее ставим, смотрите. Ну, ты даже не очистил, ты что ли, местность? Я же просил очистить здесь местность. А, я очистил две паутины, да, я почти сломал пони, может. Офига там у тебя выпали что-то, а ты почти. Да, так, все, я ставлю спасибо, сюда. Спасибо, пони, респект прям. Вот так выглядит эта печка, смотрите, чуваки, вот она. О, так она даже в гайде другая, чуваки, слышите? Смотри, я могу железо туда засунуть. Погоди, да не засовывай никакой железо, пингвин. Меня дропнуло. Данов. Пингвин, тебя дропнуло? Вас не выкинуло? Да, я не засунул надо... то железо и меня выкинуло. Не надо было засовывать железо туда, пока другой в ней сидит. Надо это. Тебя выкинуло из Майнкрафта вообще? Не, типа из сервера. Что? Так, погоди. Костян. Слушай, надо что? Сделать эти, как его...
Слитки? Взять вот эти штучки. Штучки нет. О, слит. Нет, куда заливать, короче, ты понял, да? А где их, как их сделать? Как их в этом, в гайде, в рецептбуке, посмотри, там написано. Так, в рецептбуке хорошо открываем. Рецептбук. Заходи на сервер. А, вот нужен клей. Глина? Да, да, ну, да. Можно глину. А, у меня лопата есть, можно лопат. О, слышь, я сейчас проверю, можно лопаты землю копать? Землю, да, да, давай, может, тебе лучше квалити. Давайте, может, лучше квалити сделать, другую лопату высокого квалити, слышишь? Да не, она стоун шавел, она вообще плохо добывает. Так у она, не, не, так... Дэмэдж. Братан, потому что она у тебя низкого квалити, давай сейчас сделаю с высоким левелом, у тебя квалити будет выше квалити. Делай. Дай мне этот, листву. Да, нашел. Не, листва не нужна, нужен small stone и стик, и все. А, small stone и стик, все, хорошо, да. Еще стик, все, как стики нашел. Как обычная лопата, только с одной палкой. Понял, понял. У меня, кстати, понял. Около 14 палок, по-моему. Крафчу. О, квальти 30 будет, слышишь? Квальти 30. А ты вдруг ты левел потратишь? Не, нет, левел не тратится. Все, я сделал, понял, надо ли копать? Ну, попробуй, вот здесь земля, она как выкопается или нет, посмотри. Так, погоди, так она будет выкапываться, просто медленно очень, как дерево рубить. Все, я сломал этот... Сейчас ночью ты предлагаешь пойти копать? Ну а чё, мы это, наверное, майнкрафтеры? Так, окей, я сейчас сложу тогда все. Ой, я зачем? Мил тебе воду выпил. Ой, как дизентерия теперь у меня, ой, господи, я дурачок. Иди сдохни. О, не-не, левел тратить нельзя. Костян, иди забери эти бутылочки с печки, там уже 16. Ты хочешь, чтобы я квалити повышал? Я хочу, чтобы у тебя опыта было больше, чем... Давай. Отойди от печки, отойди. О, ты... отлично. Ну, короче, я так понял, 30 квалити это то же самое, что и 0. Тут видишь, в чем фишка? Я в гайде читал, там было написано, что типа от каждой 100 квалити, там чисто фишки. То есть это 8-10 левел ап, но будет 100 квалити, и тогда будет вообще ништяк. Понял, понял? Да. Главное тебе не умирать, тебе нужно броню. У меня же была железная броня тогда. Ах, обидно. О, Костян, смотри. Чё? Я могу камнями кидаться. А, не тратится же? Да, ну, один камешек кинул. Ну, я уже просто знал, что им можно кидаться, братан, я уже кидался. А я могу этот сломать стеклами? Нет, не могу. Ты еще камень потратил, пони, хватит камень. Да разбиватор просто. Да я еще добуду, понимаешь. А где пингвин? Что, я захожу. Ты же в экспедицию отправился. Да какую экспедицию? А ты слышишь, пони, если мы пойдем к речке, то давай это банки возьми все пустые. Я возьму, я сейчас все сложу, что мне нужно. Так, на, пустая банка, раз. Так, двас. О, у нас воды теперь, проблемы с водой не будет, если можно бумагу поджигать, это вообще супер. Теперь мы хоть знаем, что топливо в виде бумаги есть. Да, так, в виде бумаги нормально. И книг. Ну это хорошо, что мы выяснили, но остановите, вот реально такой прогресс прям пошел. Мне нравится. Так, надо так. Все отсортировать. Я иду к реке. Так, ну, ой, извините. Я вроде бы все бутылки взял, которые есть. Уже пошел к реке? А, искать глину. Так, ладно, я пока... Да, глину месить пойду. Глину месить, я тогда закину воду сюда. Так, ну я вроде бы все бутылки взял, Костян. А нет, не все, вру. Не все? Так, очень их миллион. Да. Я только вышел, как бы меня здесь тут глину не намесил, пока я месю глину в реке. У меня инвентарь будет. Инвентарь будет воды. Аккуратней, Костян. Я вот грави только вижу. У меня хп стало на одну меньше, какого фига. Он что-то завязал. Уже рассвет, сейчас светлеть будет, хорошо. Меня зомби ударил, черт, да еще лучник, ай. Ой-ой-ой. Не-не, я лучше подожду. Услышал ты мастера, у меня мотивация пропала, как я по лестнице спускаюсь, такой думаю, не-не-не-не-не. Спасибо, лучше бэкнусь. Так, с крыши посмотрю, что там, как дела обстоят вообще в нашем городке. Так, я в принципе нашел. Костян, я увидел дом какой-то, амбар какой-то, амбар вдалеке. Амбар увидел вдалеке? А, господи, это этот, тот планетарий, от которого мы пришли. Круто. Забей. Знаешь, я нашел военную базу, с которой мы сходили. А, да, ты в ту сторону аж пошел. Все, уже рассвет, можно его, типок 95. Я вернулся, знаете, что самое... Да. У меня пропало это железо, я открою печку, и там его нет. Может, вы его подобрали? Нет. Я его забрал, да. А, все, тогда отлично, нормально. Ой, боже мой, сколько вас мобов, там от пищи отстаньте от меня. Да, они везде красные, так дамажатся. Ну, потом это как бы принесли, я тут уже жду, не могу. Чё вы там, а? Чё, так, уже принесли? Ну, я стоун-рок ломаю.
добываем там камни. Когда ты ломаешь, там текстура кирпича замшилого какого-то. Знаешь, нашел где, там... нашел где, ну копаем где. Там меняется. Так, я скидываю 16 камушка, наверное. О, у меня чат написал out of memory. О, это... копаю глину, мне копаю глину. У меня 47 земли и, между прочим, 10 дерева. Фига себе богат. У меня 58 земли, ебой. Возьму себе 6 штучек, и я пойду, наверное, в экспедицию, ребятки. Нам же нужно изучать уже. Все сейчас в экспедицию идут, а кто будет воду переплавлять дома? Так тебе нужно, у тебя ж левел. Так, я глину выкапываю. Не, он забирать ее будет, а просто кидать в этот. А так ты не можешь добавить больше, если там 16 максимум же. Ну я этот, как его, собираю воду сейчас. Все банки. Не пишет в мемори. Давай дверь одну заберу. Будет грустно, если у нас даже эти формочки не будут крафтиться. Ну это будет вообще грустно, на самом деле. Придется все из креатива брать. В крайнем случае мы реально можем просто добывать все нужные ресурсы для крафта, брать из креатива. В чем проблема, действительно? Ну да, если не крафтится, что теперь делать? Мы же хотим дальше выживать в этой сборке. По факту мы же все выполнили правильно для этого. Ну да. Или разобраться все-таки с модом, почему оно так происходит. Да, давай, пингвин, удачи. О, разберись, братан, расскажешь. Я все могу, я все могу. Потом расскажешь нам что, когда, окей. Ой. Да, объясни. Зомбик снизу. Мне просто чат флудится out of memory. Зачем он мне это флудит? У тебя, значит, кончилась память. У меня FPS 90. Нормально. Out of memory, пони, out of memory. 1285 out of memory. Так, все, собираю еще глину. Тут мне по рации шепчет, какой-то open gale. Тут такой кайфовый лес. И корова нет. Сумасшедшая корова нет. Отвали от меня. Так, у меня кончилась еда, слышишь, пони, может принесешь мне еды к этому, к тюрьме? А где ты? О, так далеко, а как далеко? Это вон через... 100 метров, да. Меньше 100 метров, тут 50 метров от нашего дома. Окей, я иду, но у меня немного, у меня 8 этих. 8. Я так боюсь зайцев разных. 8 банок. Тут корова прям перед домом. Давай, тащи, ну лучше, конечно, не 8 банок, а штук 12, потому что я голодный очень сильно. Ну давай пингвин тебе принесет, я вообще потепло. Так я убежал. Ну, чуваки, я не принесу глину сейчас, я копаю глину, я сейчас стою, я не иду никуда, я стою, так, копаю ладно, глину. Ладно, я иду, бегу. Тебе. Как дебил, тупо сижу, глину месю, и тут чуваки с огромными пушками стоят, защищают меня от зомби. Координатор, да, 338, он, минус 116. А, все, я бегу. У меня 530. Офигеть, да? Нормально. Я ты убежал. Ну, нам нужно искать, ребятки, нам нужно искать. Отправился я в экспедицию такую, прям вах. Сейчас пингвин найдет опять новый этот. Новый самолет, да? Нет, не самолет, шаттл, новый шаттл, да. Космический шаттл. А что знал, может, тут есть. Что ты понял, здесь? Костяна, посчитай себе, да, я у тюрьмы где-то именно. Я в тюрьме внутри. Я накопал длину, житель проплыл рядом и заблокировал мне копание. Вот будет так. Скинь меня прямо еду. Побольше, понял. Я тебе скинул половину. Этого не хватит. А ну-ка поставлю я. А мне что делать? Больше на базу вместе со мной. Я тебе скинул. Ну ладно. И 6 штук. 10 этого хватит. Ну ладно, я докапываю тогда еще кусок. Я налил всю воду, все, что есть. Ребят, напомните мне потом убрать свои чанки, потому что я поставил 16 штук, ребят. О, нашел башню, мельницу. Чего? Ты камни добываешь? Поставь какая-то башня. Ну, смотри, текстурку видишь? Что текстурку? Я не вижу. Да, я нашел новый город, ребятки. Ну, это логично будет, если ты найдешь новый, если нашел новый город. Так ты перепрыгнул там же, где я перепрыгивал, да, пони? Да. Кстати, можем всю такую еще проволоку на самом деле собрать и в наших целях использовать. Ну, можем, кстати говоря, с иглы. Офигеть, я такую еще башню не видел. Это знаете, как будто вот в тюрьме есть, да? Так у нас тюрьма без башень, а тут реально башня где-то в высоту так 40 блоков. А башни, они у нас наверху. В смысле наверху? Чего? У нас тоже есть башни, но они наверху заспаунились. В воздухе. Нифига себе. Вот это да. Да, у нас тоже башни в тюрьме, они просто в воздухе заспаунились. Так, надо посмотреть, как избавляться от дизентерии. Типа, там же написано. Чай выпить. В этом в гайде. Ну тут одна башня и церковь, очень странно. Там у нас чая нет. А надо посмотреть, как чай еще крафтится, боже. Там в гайде нет вроде чая крафта, не. А я так понимаю, на эту башню нельзя забраться. Автомод, а почему ты забил на мод? Так он вроде обновление какое-то выпустил, не?
Ну это обновление, я считал, что это обновление 14 года, он его залил. Может, хотя не, он... новое обновление еще вышло, какое-то говорят. Блэклоун говорил, что какое-то новое обновление вышло. Короче, я 4.1 понял, вроде залил. Вышло обновление, слышь, понял? Фига, надо посмотреть. Что там вышло? Да, просто нового. Я боюсь, что если мы перейдем на 4.1, даже с новыми обновлениями, возможно, у нас будут какие-то проблемы. Ну да, возможно. Ну типа там новая карта. Столько времени ничего не выходило, тут мы начали записывать, типа, играть в эту сборку, и тут бас, ребята. Ну, автор мод такой видит ролики, выходит, думает, Том, он стал популярным, все, нужно его пилить. Нужно хайпиться, ну, Нужно хайпиться, да, особенно Демастер тоже хайпит, мы же еще на Демастере похайпимся. Я нашел деревянную... Понял, ты что, уже короче, дома? Дом, который находится на деревянной да. башне. Фига себе, ты что-то долго. Пришел. Ты что-то очень... Ну, я окольными путями просто... Блин, я дизентерия, просто я не могу прыгать, я этот забор еле перепрыгнул. А я на крышу дома зашел. Да я воду сам заберу. Я уже забрал. Так я что, в доме. Тут очень миленько у меня. А, ты в доме. Ты посмотри, сколько там у нас воды. Где? В этом. Вот в этом War Chest. Нормально. Хватит на всю жизнь, тупо на всю жизнь. Ну не на всю жизнь, но должно хватить, да. Мы же реально можем переехать, допустим, из этого дома. А ну-ка, если выпить одну банку алкоголя, он чем? Одну банку нет, там я зачитал, нужно несколько банок, и у тебя будет прям конкретное опьянение. А, он же спид дает на 5 минут, слышь, можешь на вылазке на 5 минут вязать это. А лучше пока это оставить, лучше на переезд это оставить, не тратить алкоголь, он реально полезен. Так, я сделаю вот так вот как-нибудь, вот так, я сейчас буду экспериментировать, как делать чай, может быть у меня получится что-нибудь. Вот так. А где там рецепт был? Умные двери не будет ломать. Умные двери обойдет. Так, нам нужно крафтить с вами Iron Ingot Mold, поэтому сейчас я попробую его скрафтить. Так, и конечно же он не крафтится, чуваки, класс. Не крафтится? Ну да. О боже мой. Я плиту хотел железную собрать, кстати, не получилось. Make a mold every much simple, you just need some clay. Ну вот, ну да, клей у меня есть. Типа. И что, теперь мы сейчас все крафты будем вот так? Ну господи, почему так? Мы вроде бы делаем все правильно, но все равно не крафтится, почему, лол. И что теперь, когда мы будем крафтить компьютер, все то же самое будет? Типа, мы должны будем... О боже. Ой-ой-ой. Я чуть не сделал. Давай по-другому попробуем сделать, давай так вот сделаем. Не, вообще не крафтится, понял. 5 штук клея удаляю, беру эту штуку из креатива. Ну, я не знаю, но это, конечно, бред. Может, мы, конечно, что-то не так делаем, возможно, как-то по-другому все должно крафтиться, но я не знаю. Но если что, в комментариях нам просто напишите, и все, ребят, ну, без понятия. 5 а сколько, удаляю. Костян, с дерева, с одного дерева досок получается? 9. 8 вроде. А тут в гайде написано, что 16 должно получаться. Ну, попробуй посмотреть, может, 16 получается, а, я да, не 16. Так, все, смотри, так, Iron Ingot Mold закидываю. Ой, опять дождь пошел. Так, плохо. Хорошо, нам нужен уголь. Уголь есть у нас, чуваки? А, ну можем уголь. Книги использовать, да, вроде, мне кажется, и книги могут подойти. Знаешь, печка не такая, как в гайде, возможно, все изменилось с тех пор. Может, ну да, возможно. Возможно, это уже новые гайды, но можно посмотреть в интернете еще. Просто автор мода такой думает, ну ладно, книжку старую оставлю для старых крафтов. Да, зачем? Дело в книжке даже... А нет, в книжке печка уже переделана нормальная, между прочим. Я телек нашел, можешь телек забрать? Пожалуйста. На, книжку. Офигеть. Ребята, с телека, я так понимаю, пластины сейчас выпадут. Потому что такие же при ломании текстуры, короче, там появляется обсидиан, мираль, это все дела, когда ты ломаешь камень молотом. А где здесь? О, печка работает, слышишь, печка работает, пони, печка работает. Смотри, можешь зайти посмотреть. Что ты переплавляешь? Ой, он вообще много жрет, смотри. Сколько жрет? А, много книг жрет. Прям дофига? А слышь, Костян, как называется мод, который... Ой, у меня вылетело. А кто что сделал? Это переплавилась эта фигнюшка просто. Да? Да. Ты гонишь. Я говорю то, что печка не работала. Только переплавилась. Ну, это, ребятки, задница называется, я вам скажу. Какого черта? Я не могу даже зайти. А нас как раз 34 минуты, мы уже должны серию заканчивать. Подождите, он рестартанулся, заходим. Только понял, не заглядывай в печку. Может, уже ты смотрел в небо, когда она переплавлялась, это может опасно. Не, только переплавилась и все. Открой печку. О, все переплавилось, Iron Ignite. А что, дальше переплавляется или нет?
Приплывается все. Видимо, каждый раз, когда она будет доплываться, у нас будет крашиться сервак. А ну-ка, давай подождем, подождем. Хочешь до конца серии подождать, да? Да, подождем. А погоди, только не смотри в печку, да, сейчас туда закину еще больше металла. Там хватит топлива, топлива хватит. Значит, переплавится. Жди, 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 жди. Раз, два, три, четыре, пять. Че за бред? Как мы так будем плавить? Сейчас, пацаны, будем плавить. Нормально плавится. Как плавится, пацаны, как плавится. Найс плавится, да? Да, ребят, мотор не оптимизирован, ладно, на этой радостной минуте мы с вами закончим данное видео, я думаю, да, ребятки? Да. Что делать, на надписи серый closed. Да. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте, ну, на наши каналы, ставьте лайки. С вами были The Master Pony и Пингвин. Ну, и мы играли в 7 Days to Glucon и Mine. Вот. Glucon и Mine. Всем удачи и... Всем пока-пока. Всем пока-пока, ребятки.